Коллеги, всем добрый день. Здравствуйте. Лариса, добрый день. Коллеги, всем добрый день. Надежда, добрый день. Здравствуйте. Рада сегодня всех видеть на нашем вебинаре. Смотрю, что количество участников у нас прибавляется. Многие уже онлайн. Спасибо всем, кто дал связь в чат, и мы можем начинать наш вебинар. Мы знаем, да, что мы здесь не одни. Сегодня с вами отправимся мы в Абу-Даби. Одно из основных направлений работы компании One Touch and Travel. И с нами сегодня уже постоянный, действительно, спикер наших вебинаров, Лариса Золотых. Лариса, здравствуйте. Надежда, добрый день. Большое спасибо, что пригласили прочитать снова вебинар с вами. Ваши вебинары всегда очень полезны, всегда пользуются большой популярностью, поэтому мы рады, что вы находите время и рассказываете нам об своих отелях. Ну что ж, коллеги, переходим к нашему вебинару. Скажу сразу, что запись вебинара будет выложена в наших социальных сетях YouTube и Рутюбе. Настоятельно рекомендую быть с нами до окончания вебинара, потому что в конце вас будет ждать небольшой интересный квиз, по итогам которого у вас будет возможность выиграть ценный приз от наших партнеров отеля в Абу-Даби. И что ж, коллеги, начинаем вебинар. Лариса, вам слово. Надежда, спасибо. Коллеги, благодарю вас за то, что присоединились на наш сегодня совместный вебинар с дорогими партнерами компании One Touch Travel. Я буду рада сегодня рассказать вам о новинке, абсолютной новинке на российском рынке отеле Earth Абу-Даби, который недавно стал сотрудничать с нами. Буквально пару слов, позвольте, скажу о нас, о том, кто мы такие. Меня зовут Лариса Золотых, я являюсь менеджером по продажам, который работает в представительстве Unlink Services. Здесь на данном слайде вы можете увидеть наших партнеров. Наши партнеры – это отели Оберой цепочки, отель Оберой Альзора, отель Оберой Маврикий, Оберой в Египте и два круизных лайнера Оберой. Цепочка Six Senses, всем известная цепочка, отель Интерконтинентал Пхукет Резорт, маврикийская цепочка Sun Life Hotels, это 4 отеля на Маврикии, Sugar Beach, Le Perroc, Amber и Long Beach, Пималай Resort and Spa, это курорт, который находится в Таиланде на острове Ланта, и остается у нас наш последний отель, о котором сегодня и пойдет у нас речь, это отель Earth Абу-Даби. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, если кто-то из вас уже был в данном отеле, может быть, кто-то слышал или бронировал, обязательно напишите мне, пожалуйста, об этом. И сохраните данный слайд, чтобы он у вас был, потому что здесь наши социальные сети. На нашем сайте Unlink Services мы выкладываем максимально подробную информацию о всех наших партнерах. Когда у вас возникнет идея предложить, например, вашему туристу один из отелей, вы можете смело зайти на сайт и обнаружить там подробную информацию, меню, факт-шит, размеры доп. Кроватей, фотогалерею, видео и все самые мельчайшие детали, которые обычно нужны нашим дорогим коллегам, агентам в работе с бронированием. Если чего-то там не будет, то я сейчас поделюсь с вами своими контактами. И, так, секундочку, да, поделюсь с вами своими контактами, и мы сможем, соответственно, быть с вами все время на связи. Так, коллеги, сейчас, секундочку, копирую контакты свои и добавляю для вас их в чат. О, все, есть. Спасибо. Теперь мы с вами будем на связи. Бронируйте, пожалуйста, через дорогих партнеров One Touch Travel, а мне пишите по всем вопросам, которые у вас возникнут по любому из наших продуктов. Итак, поехали. Мы с вами переносимся в солнечные Эмираты, которые круглый год нас радуют великолепно. Погоды, которые очень сильно любят наши туристы, и мы с вами оказываемся в Абу-Даби. Я знаю, что Абу-Даби в последний сезон, можно так сказать, в последний год стал набирать все более и более, большую и большую популярность на российском рынке. У нас и рейсы стоят из Москвы, из Петербурга.
И как раз в ключе этого буду счастлива рассказать вам о нашем новом партнере отеле «Эрф Абу-Даби». Вообще отель «Эрф», он для рынка международного и для российского в том числе абсолютно новый продукт. Буквально он вышел в 2023 на международную арену для индивидуальных туристов. Находится он в 5 минутах езды от большой мечети Шейх Заеда, которая является самой, можно такой сказать, основной визитной карточкой Абу-Даби. Это достопримечательность, которую абсолютно нельзя не заметить или пройти мимо нее, если вы первый раз в Абу-Даби. 15 минут займет дорога от аэропорта до отеля, 10 минут до национального выставочного центра и 15 минут до всех основных достопримечательностей. У отеля очень и очень удобная локация. Буквально в двух словах скажу, что если, например, ваши туристы будут проживать в отеле «Эрф» Абу-Даби и захотят отправиться в небольшой молл, например, или купить местные сувениры, или им понадобятся какие-то продукты из аптеки, какие-то препараты, например, или защитные крема, это все можно купить там при мечети. Есть также небольшой такой молл, где все можно приобрести. Можно пройти пешком 20 минут, но лучше, конечно, 5 минут проехать на машине, и вы уже окажетесь прямо возле мечети Шейх Заеда. Кстати, к слову, там еще есть разные в этом молле представлены кофешопы, поэтому если у вас клиенты будут любителями кофе, то там абсолютно много разных интересных кофешопов, и Starbucks, и разные другие бренды представлены. Туда можно ездить, например, попить кофе и купить каких-то местных локальных сувениров. Что же такое «Эрф»? «Эрф» переводится на русский язык как наследие, как достояние. В этом отеле концепция состоит в том, чтобы передать наследие Объединенных Арабских Эмиратов, соответственно, культуру и природу именно в концепции, именно в том, чтобы показать отель с точки зрения того, что он передает как раз наследие и передает именно вот то, что, зачем люди едут в Арабские Эмираты, то есть не просто за море и пляж, но и в том числе именно специфику, вот правильное слово, он передает специфику, историю Эмиратов, культуру Эмиратов, аутентичность, правильное слово – это аутентичность. Здесь, например, на этом слайде мы с вами видим такие чашечки из глины, на которых как раз выгравировано название бренда «Эрф». Эта глина была как раз добыта в районе одном недалеко от Абу-Даби. И вообще в интерьерах и в экстерьерах отеля все будет нас отсылать как раз к аутентичности именно Объединенных Арабских Эмиратов. То есть отель не просто современный, очередной крупный отель такой сетевой, но он именно локальный бренд, это 100% локальный, и он как раз нас с вами погружает именно в культуру Объединенных Арабских Эмиратов, такая, какая она есть, какая она была, соответственно, некоторое время назад, именно погружает нас в аутентичность. Здесь мы с вами можем видеть здание, как оно выглядит. С правой стороны у нас находится отель «Эрф Абу-Даби». Ранее вообще здесь находился офицерский клуб с левой стороны, и только в 2019 году было принято решение именно сделать крупную реновацию и создать бренд «Эрф». В 2023 году как раз реновация закончилась, и правое крыло, где у нас находится отель, там у нас есть и номера, есть и сьюты, там же у нас есть ресепшн, все это было отреновировано. Виллы, которые находятся на пляже, были построены с нуля, бассейн тоже был построен с нуля, то есть отель в идеальном суперновом состоянии и рад принимать туристов с нашего рынка. Что мы здесь с вами видим? Вообще архитектура отеля нас тоже отсылает к Эмиратам. Здесь, если мы можем посмотреть на это здание, оно напоминает нам ястреба. Справа у нас находится отель «Эрф Абу-Даби», про который сегодня я буду более подробно рассказывать. Слева как раз находится офицерский клуб, где у нас проживают делегации, они там проживают, у них свой ресторан, там у них своя внутри инфраструктура, свои номера, а с правой стороны как раз проживают, соответственно, гости отеля. Спереди в этом основном здании, которое мы с вами видим,
Там находится очень большой фитнес-центр, огромный фитнес-зал, там большой бассейн олимпийской длины, различные есть зоны в фитнес-зале. То есть действительно, мне коллеги рассказывали из отеля, когда приезжают рекламные туры, нужно потратить очень много времени, чтобы обойти весь этот фитнес-зал. Поэтому для тех туристов, клиентов, которые занимаются усиленно спортом и следят за здоровым образом жизни, здесь они найдут абсолютно любые тренажеры. Также есть площадка для сквоша, есть большое футбольное поле FIFA, которое 2 раза в год озеленяется, то есть засеивается свежей зеленой травой, чтобы на нем играть. В том числе есть еще 7 тренировочных полей, и есть пространство, где можно заниматься художественной гимнастикой. То есть отель очень большой, с большим упором, в том числе и на спортивные занятия, на поддержание здорового образа жизни. В середине мы с вами видим такую конструкцию, в середине такую круглую, где у нас как водопад место притяжения, здесь по бокам тень, специально так сделано, там можно, например, отдохнуть, и идет внутреннее также озеленение. Как я говорила, структура, именно специфика отеля отсылает нас к аутентичности Объединенных Арабских Эмиратов. В интерьере и в экстерьере, особенно в интерьере номеров, используются природные материалы, которые были изготовлены из компонентов, которые были добыты, соответственно, в Эмиратах. То есть, например, используется, вот здесь на левом слайде мы с вами его можем видеть, используется такое плетение, из которого раньше делали такие дома, мазанки, из этого плетения делали крыши. Справа на верхнем слайде мы с вами можем видеть такие аутентичные люстры, которые тоже раньше использовались в местных локальных домах. Все абсолютно в номерах, мы с вами дальше посмотрим, как раз будет нас погружать в аутентичность, отсылать именно в специфику Объединенных Арабских Эмиратов, вот какая она была раньше, еще до того момента, пока Эмираты не разрослись, не стали активно застраиваться. И, конечно же, везде используются именно природные материалы. Отель очень поддерживает экологию, поэтому максимально как раз пытаются использовать то, что там и добывается. Здесь мы с вами можем видеть план-схему курорта. Территория очень большая, я бы даже сказала, огромная. Что у нас здесь есть? Пляж перед нами с вами, коллеги, он разделен на 2 зоны. Так, сейчас я открою указочку. Подскажите, пожалуйста, видно ли мою указочку? Указочку видно ли? Земфира, добрый день. Шаттлы на данный момент не функционируют. Вижу, коллеги, показываете, что указку не видно, поэтому я еще раз попробую. А теперь видно? Татьяна, Наталья, Светлана, видно ли теперь мою указочку, подскажите? Ура! Отлично. Итак, вот у нас пляж. Очень важный аспект, коллеги. Единственный отель с виллами в Абу-Даби, которые имеют прямой выход на пляж. Это отель «Эф Абу-Даби». Вот здесь кластер 17, мы с вами видим виллы. Виллы бывают 1 спальня, 2 спальни и 1 вилла, 3 спальни. Бывает 1 спальня с бассейном, бывает без бассейна, 2 спальни все с бассейном, 3 спальни, конечно, тоже с бассейном. Вот этот кластер, где у нас находятся виллы, всего у нас здесь их 13 вилл, соответственно, номеров всего 292, которые включают стандартные номера, которые включают сьюты, сьютов, 5 видов сьютов, и которые включают виллы. Виллы идут у нас 1, 2 и 3 спальни. Гости, проживающие на виллах, имеют, коллеги, свой собственный выход на пляж. Вот здесь вот этот пляж идет абсолютно полностью приватный для тех клиентов, которые проживают на виллах. У каждой виллы прикреплен свой собственный батлер, который обслуживает гостей этой виллы. На виллу также можно заказать завтрак. На вилле есть такая небольшая кухонька, где, например, батлер может приготовить для гостей там сок, например, турецкий кофе, что-то принести. И также в комплектации вилл есть 2 варианта вилл, которые рядом стеночка в стеночку находятся.
Соответственно, если у вас, например, едет большая семья, которая желает разместиться близко друг к другу, то им можно вот эти две виллы предложить. На каждой вилле есть забор, который отодвигается, он двигается так. И когда вы открываете забор, вы, соответственно, можете выйти и будете находиться на пляже. Если вы желаете находиться на своей вилле, например, видеть пляж, видеть море, то можно вот этот заборчик приоткрыть пошире, и тогда вы увидите. Пляж у нас 350 метров и 250 метров, то есть есть общий пляж, который вот здесь вот у нас слева находится, и есть частный приватный пляж, который идет только для вилл. Вообще пляж, он очень длинный сам по себе. Пляж, Наталья задает вопрос, открыт ли пляж. Если вы имеете в виду, что от пляжа дальше туда напротив вас, то через порядка, наверное, 850 метров там находится остров. Остров, который принадлежит одному из шейхов. На этом острове, там у него находится резиденция, очень зеленая, очень такая футуристическая и необычная. Но это идет именно через канал на той стороне. Пляж, коллеги, очень хороший, мягкий, приятный песочек. Естественно, здесь идет волна, хороший заход, поэтому с точки зрения купания здесь все прекрасно. Ну и, конечно, важный также аспект про виллы я хочу отметить, что клиенты, которые проживают на виллах, помимо собственного батлера, еще имеют и лежаки, и кабаны. Вот здесь вот они могут приходить, отдыхать. У них есть как лежак в тени, так лежак и на солнце. И это очень приятно. Что еще у нас здесь есть? Вот это тоже дно. Так, пляж открыт после дождей, не илистое дно, задают мне вопросы Юлия и Наталья. Дорогие коллеги, спасибо большое за вопрос. С точки зрения пляжа после дождей я не могу вам однозначно сказать, еще не поступали такие комментарии. Я думаю, что все должно быть хорошо, но, как правило, в отелях на некоторое время, когда плохая погода, ставят таблички, когда купаться не рекомендуют, ввиду того, что могут быть волны, например. Я предполагаю, что здесь, возможно, будет такая же история. С точки зрения дна все должно быть хорошо. Заход прекрасный, естественная волна, приятненький такой беленький песочек, очень хороший пляж. Эта часть пляжа с левой стороны, которую мы с вами сейчас видим, эта часть у нас идет для всех клиентов, которые проживают в номерах и в сьютах. Вот эта часть, здесь у нас, коллеги, находятся номера и сьюты. Важно также отметить, что для тех клиентов, которые у нас будут проживать, например, на виллах или которые будут проживать в сьютах, напоминаю, что 5 видов сьютов есть, и вилла 1, 2, 3 спальни, у них есть свой собственный Аль-Рая лаунж, он находится вот здесь, и они могут сразу туда приехать, зайти, там зачекиниться, им будут предлагать приветственный напиток из сока гав. Это национальное дерево в Эмиратах, которое используется даже и в медицинских целях. Из него делают такой приятный сок, смешивают с фруктами, да, вам дальше покажу фотографию, и подают его гостям. Вообще, с точки зрения аутентичности, также хотела бы добавить, что, так, вижу вопросы, дальше продолжается Сергей. На пляж для вилл не пускают гостей из сьютов. Гости из сьютов вот здесь, вот она находится в общем пляже. В общем пляже вот здесь. Здесь достаточно места, и они все отдыхают с той стороны. Так, какой напиток? Напиток из сока гав. Татьяна, чуть попозже вам покажу, как он выглядит. У меня есть слайд. Также хотела отметить, что как раз все нас погружает в аутентичность. То есть каждый вечер, например, или каждый день на обед, отель работает на завтраке, на обеде и на ужине, то есть BBHB, у нас подается что-то национальное, какое-то блюдо национальное, или вот сладкие шарики, или национальные различные блюда из круп, для того, чтобы, соответственно, гости попробовали национальную эмиратскую кухню. Про интерьер мы с вами уже говорили, чуть дальше вам расскажу. Также работает в этом отеле местный персонал, то есть граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые там работают на абсолютно разных должностях. И менеджмент хочет впоследствии добавить такую, скажем так, фишку, когда персонал может рассказать что-то об истории, что-то об аутентичности Эмиратов, чтобы как раз гостей погрузить именно в ощущение того, что они находятся, ну вот именно в
о тех эмиратах, которые когда-то были. Вот так я бы сказала. То есть клиенты могут, соответственно, поговорить с местными жителями и узнать больше о той стране, в которую они приехали отдыхать. Если вернуться к пляжу, то здесь, где циферка 16, сюда у нас идет также пляж, по которому можно гулять. Территория коллегии отеля очень тихая, здесь все прекрасно, рядом с отелем находится женский клуб, там никаких нет шумов, и здесь вот можно будет гулять. Также впоследствии еще будет здесь сделан сук для клиентов, и, соответственно, они смогут там что-то прикупить, какие-то такие местные товары. Большой бассейн, несколько уровней у него, то есть глубина доходит до 1,80 м, где-то поменьше 1,80 м, это самая большая глубина. Там же рядом находится и бар. Бар частично как бы на земле, частично в воде, то есть там есть такие как барные стойки, которые находятся в воде, то есть вы можете, например, когда жаркая погода, наслаждаться своим коктейлем, соответственно, находясь и в бассейне уже. Всего 6 ресторанов в отеле, про рестораны я чуть попозже расскажу. Очень большая территория, сильный аспект на спорт, пляж мы с вами обсудили. Так, что еще здесь есть? У нас есть свой собственный у отеля кейтеринг. Очень важный момент, что у отеля есть крупная кейтеринг-компания, которая называется Earth Catering. Эта компания, коллеги, обслуживает различные дворцы в Эмиратах, в том числе и дворец шейха они обслуживают, крупные выставки и мероприятия. Там работают шеф-повара из разных стран мира, там большие холодильники стоят, различные продукты, и вот крупный кейтеринг. Из известных выставок коллеги обслуживали Экспо. Поэтому, когда вы отправляете своих клиентов в отель или, например, приедете сами, мы будем рады всех видеть, вы можете сами на себе испробовать, какая очень вкусная кухня. Причем кухня есть с упором тоже на разные подходы, я бы так сказала. Так, вижу, есть вопросы. Звук немного фонит. Татьяна, сяду поближе, чтобы меня было слышно. Напишите, пожалуйста, если сейчас все хорошо. Юлия задает вопрос. Близко ли мечеть Шейха Заеда? Мечеть Шейха Заеда – это, Юлия, 5 минут езды. Можно 20 минут пройти пешком, можно, но все-таки лучше проехать на машине. Типы питания, Юлия, это завтрак BB, HB и FB. Номера, сейчас мы с вами к номерам придем. Сергей, сколько баров, тоже сейчас чуть подальше расскажу про бары обязательно. Здесь мы с вами можем видеть на этом слайде, коллеги, лобби. Как я говорила, туристы, клиенты, гости, которые будут проживать в стандартных номерах, могут смело чекиниться в лобби. Выглядит он тоже в стилистике такой с национальным колоритом. Вот здесь на серединной фотографии, на этом слайде, показан Аль-Райя Лаунж с видом на сад. И хочу также отметить, что номера у нас есть с видом во внутренний двор, где у нас находится сад, и во внешнюю сторону, где уже как бы частично море, футбольное поле и все остальное. Видим мы здесь с вами, как раз был вопрос по поводу напитка. Татьяна задавала вопрос. Приветственный напиток подается клиентам, который сделан из сока дерева. Гав – это национальное дерево в ОАЭ. Также оно используется и в медицинских целях, имеет ритуальное значение для многих других стран. Это национальный напиток, который подается гостям на welcome, когда у них идет чекин. В Аль-Райя Лаунж, коллеги, могут заселяться те клиенты, которые живут в сьютах или на виллах. В Аль-Райя Лаунж, там у нас в отеле есть также две переговорных комнаты, поэтому если ваши туристы приехали с целью, если им нужно, например, переговоры провести или с кем-то встретиться, это можно сделать, соответственно, там. Также клиенты могут ходить, проживающие на виллах или проживающие в сьютах, не только в основной ресторан, чтобы позавтракать, но могут ходить на выбор также в Аль-Райя Лаунж. Размещение. Всего в отеле Earth Abu Dhabi представлено 292 номера, из которых 237 сьютов, 42 люкса и 13 вилл. Здесь мы с вами можем видеть интерьер виллы,
Как вы видите, цветовая гамма как раз отсылает нас к песочным таким мотивам, потому что Эмираты — это в том числе очень много песка. Здесь мы видим голубой бассейн, то есть интерьер вдохновлен тем, что есть в Эмиратах. Это как раз песок, море. Сверху на виллах у нас идет такая плетеная крыша, которая раньше использовалась в национальных домах в ОАЭ. И здесь справа, если вы обратите внимание, на слайде там такая бугристая идет стена. Эта стена сделана из кораллов, такие каменные кораллы, которые тоже находятся, соответственно, в море. Они были специальным образом обработаны, и из них сделана была стена. То есть это вилла, которая нас отсылает как раз к культуре Эмиратов. 237 номеров есть. Номера очень элегантные, оснащены современной мебелью. И напомню также, что в 2023 году было все реновировано, то есть номера все абсолютно свежие, вилла в суперском состоянии. Также был построен бассейн, пляж и еще даже рестораны. Некоторые мы ждем открытия, я чуть дальше вам подробно расскажу. Итак, 237 номеров. Номера могут выходить с видом на внутренний двор, с видом на внешний двор. Был вопрос от Юлии, что было раньше. Раньше был офицерский клуб в этом месте, в отеле Эрф Абу-Даби. Потом приняли решение, что он будет функционировать. То есть это был просто офицерский клуб, потом приняли решение сделать бренд Earth. В 2019 году как бы хотели это сделать, но тогда еще была пандемия и не совсем получилось реализовать планы. И вот на международную арену, именно как отель, который принимает индивидуальных гостей, на российский рынок он вот только вышел. Вот. Так что сделали его недавно таким, как раз все отреновировали, все супер свеже. Что мы здесь видим? Значит, мы здесь видим 237 номеров. Это интерьеры номеров. Тоже отсылают нас, конечно, к культуре Эмиратов. Я имею в виду к природе Объединенных Арабских Эмиратов. Номера у нас могут выходить как на внешнюю сторону, так и на внутреннюю сторону. Все абсолютно новое, свежее. Вмещают эти номера. Так, значит, они вмещают 2 плюс 1. Вот здесь вот мы убираем. Здесь мы убираем вот эти вот диванчики, подушечки. И, соответственно, здесь можно разместить ребенка. Номера у нас есть как кинг с большой кроватью, так и твины. Также в этом отеле есть коннектинг номера, которые в том числе можно запросить. И коллеги постараются отдать себя. Татьяна задает вопрос, что значит офицерский клуб. Ранее там был офицерский клуб, останавливались делегации, военные. Потом было принято решение с правой стороны сделать именно отель. Также там останавливались и футбольные команды в том числе. Ну, слева именно раньше был всегда офицерский клуб. Там проживают тоже и сейчас различные делегации, но они живут именно в своей левой части, у них там все питание оплачено, у них там свои номера, и на пляж они не ходят. Так, уточнить по концепции плюс. Так, по концепции плюс. Концепция HB+. Нет, Земфира, если я правильно поняла ваш вопрос, то есть только BB, HB и FB без плюсов. Вот так. Так, двигаемся дальше. Сергей спрашивает, задает мне вопрос, могут ли они встретить офицеров. Те офицеры, которые у нас проживают в левой части, они, как правило, у нас правая часть отель, левая часть больше офицерская, они, как правило, там находятся, то есть вход на пляж у них платный. А в рестораны они так часто не ходят, потому что у них там свое питание, которое включено. Поэтому, в принципе, да, теоретически коллеги, клиенты могут встретить, но не так, чтобы очень в большом количестве, потому как они проживают в своем клубе, в своем левом крыле, различные, в том числе и делегации. Здесь мы с вами видим номера, которые мы уже обсудили. Здесь такой вход идет. Там дальше ванная комната и номера, которые располагаются во внутренней части, то есть у нас крыло идет полукругом, который выходит во внутренний двор. Они у нас все обладают, соответственно, либо террасой на первом этаже, если номер, либо, соответственно, дальше идет балкон. Номера с внешней стороны, там у нас просто окно идет.
стоит по размещению, я вам сказала, что здесь убираем подушки и кладем мы, например, ребенка. Такие сьюты, сьютов всего, коллеги, 5 видов представлено, сьюты очень новой мебелью обставлены, идеально подходят как для работы, так и для отдыха, очень такое теплое домашнее внутри ощущение благодаря песочным цветам. Есть сьюты, которые обладают террасой, из террасы открывается такой прекрасный вид на сад, на основное здание. Сьютов всего у нас 5 видов. И, конечно, клиенты, гости, которые проживают в сьютах, получают в дополнение к своему проживанию доступ к клубный лаунж iRail, он называется iRail Lounge, и также услуги персонального помощника Мудив, проще говоря, услуги дворецкого, они тоже получают. Обратите внимание на Вилла, также напомню, что это единственный отель в Абу-Даби, который имеет выход с вилл прямо на море со своим частным таким пляжем. 13 вилл, они расположены вдоль набережной. Виллы есть у нас с одной спальней без бассейна, с одной спальней с бассейном, двумя спальнями бассейна. И также очень большая вилла, это вилла Earth, она так и называется, она обладает 3 спальнями и бассейном. Что очень важно, отвечаю на вопросы по поводу напитков. Антон, не могу однозначно сказать по поводу напитков, это нужно перепроверить, скорее нет, чем да. Не могли бы вы мне, пожалуйста, написать, я сейчас добавлю свой WhatsApp, и я сразу после нашего вебинара пересмотрю это и уточню. Сергей, длинный пляж, где есть прогулки, доступен, да, абсолютно для всех. Юлия спрашивает, пляж как на Мальдивах, немножко отличается, но пляж очень хороший, коллеги, без сомнения, абсолютно. Виллы оборудованы своим бассейном, они выходят на белоснежный песок, там прекрасная чистая вода, пляж частный, он удостоен сертификатом «Голубой флаг», это тот сертификат, который выдается качественным, хорошим и проверенным пляжем. Ну и, как я говорила, единственный отель в Абу-Даби, где виллы имеют прямой выход на море. Кстати, для тех клиентов, которые желают посетить этот отель, например, летом или в начале сентября, вообще в сентябре у нас действует спецпредложение 15% от контрактных цен на различные категории номеров, поэтому смело можно пользоваться и ехать отдыхать. Юлия задает вопрос, можно ли будет презентацию скачать. Я обязательно отправлю презентацию коллегам из Vantage Travel. Я думаю, что можно будет запросить у них или скачать, или если вы хотите, чтобы я, например, отправила вам лично, то обязательно напишите мне на REP1 Link Service, моя почта чуть выше, и я вам все отправлю. Также, коллеги, смело делюсь с вами ссылочкой на наш сайт. Вот здесь вот, на этом сайте на нашем, вы можете найти информацию по курорту. Возвращаемся на предыдущий слайд, как просила у меня Лариса. Лариса, вот, пожалуйста, предыдущий слайд. Здесь у нас вилла. А на слайде 3, на слайд 3 нужно перевернуть, Татьяна. Еще раз, пожалуйста, вопрос. Ага, все, хорошо. Коллеги. По ходу дела задавайте вопросы. Да, 3 ресторана, 2 кафе и 1 бар, поэтому я сказала 3, 4, 5, 6 в общей сложности. То есть 6 аутлетов я имела в виду. По питанию 6 аутлетов. Так, 3 ресторана, 2 кафе и 1 бар находятся на курорте. Здесь Аль-Римай, это ресторан основной, где сервируется завтрак, обед, ужин. Завтрак, обед, ужин идет по системе «Шведский стол». На завтрак напитки, чай, кофе, соки, вода, все это включено. Он работает, этот ресторан, в течение дня. Завтрак с богатыми различными опциями, представленными на буфете, а также со станциями, где готовят абсолютно любые для вас блюда из яиц. На обед и на ужин можно тоже прийти в этот ресторан для того, чтобы насладиться блюдами различных кухонь. Там есть станции, станция гриль. Станция с пастами, различные блюда также на буфете представлены, обязательно сладкие блюда, обязательно что-то из национальной кухни, там сладкие такие шарики, например, в меду,
или блюда горячие из национальной кухни. Каждый день представлено обязательно хотя бы одно блюдо, чтобы полностью погрузиться в именно и кулинарию Объединенных Арабских Эмиратов. Так, у ресторана есть площадка как внутри, так и снаружи, и вы видите, что по стилистике он тоже как раз напоминает вот эти вот песочные такие оттенки, много дерева используется, именно природу ОАЭ. Работает он у нас на завтрак, на обед и на ужин, здесь сервируется шведский стол. Для тех клиентов, которые хотят, например, обед или ужин а-ля карт, есть небольшой кредит, который выдается, и клиенты могут его использовать, и остальные блюда, которые вне кредита, докупить уже за дополнительную плату. Есть итальянская закусочная пицца, пицца, то есть «б» по-арабски читается как «п», звучит как «п», пицца. Гости могут насладиться разнообразием неаполитанской пиццы здесь, в сочетании с напитками, с различными горячими напитками, горячими и холодными, прохладительными разными напитками. «Рамза» – это очень классный ресторан, где представлены кухни стритфуда разных народов. То есть здесь можно найти и гуакамоле, здесь можно найти и бургеры, здесь можно найти и жареные бананы, это азиатская кухня, вот тайская, например, из той части. Здесь играет диджей, как раз представлены эти блюда. Он такой идет как casual, есть и на открытом воздухе помещения, есть и внутри такие кабинки, где можно посидеть, соответственно, уединиться с группой своих друзей или с компанией. Очень непринужденный классный ресторан, где также играет диджей. Астра – это ресторан, который расположен возле бассейна. Здесь он предлагает напитки, легкие закуски, десерты, салаты, то, что обычно хочется попробовать жарким днем, перекусить и выпить, например, какой-то коктейль возле бассейна. Баханец – это кафе-ресторан, такой он, знаете, идет в стиле кофейни, я бы больше сказала. Здесь идет упор на здоровую кухню, в каждом блюде идет сочетание нутриентов, так, чтобы блюдо было максимально питательное, здоровое и, самое главное, полезное. Здесь сервируются салаты, разные печенья, здесь можно взять кофе, можно взять кофе на вынос и в таком casual стиле, например, посидеть на широкой лестнице, там она такая широкая идет, когда вы поднимаетесь в тени, или можно посидеть внутри и, например, что-то перекусить. Эргон – это греческая кухня, где шеф-повар, коллеги, из Греции приехал как раз. Он работает на курорте. Ресторан, соответственно, показывает нам именно греческую аутентичную кухню. Это старинные средиземноморские рецепты здесь используются. И вид у него открывается прекрасный на канал. Можно вечером посидеть, смотреть на закат и насладиться, например, какими-то горячими блюдами или салатами греческой кухни. Ресторан «Хит», скоро будет его открытие, он располагаться будет на берегу. Там будут такие, знаете, блюда, как, например, гриль, как вот такие гриль, салаты. Мы пока еще ожидаем открытия этого ресторана, скоро он будет. Чем можно заняться на курорте? Про пляж мы с вами уже поговорили. Есть большой бассейн. Бассейн есть как внутри, с олимпийской длиной, с дорожками, где можно, например, заниматься спортом. Многие гости занимаются плаванием, им нужно тренироваться. Есть бассейн снаружи, очень большой. Как я уже говорила, в бассейне есть барные стулья. То есть вы можете сидеть в баре и как бы сидеть в бассейне одновременно. Потом здесь есть... А здесь нет на фотографии, но я вам расскажу. Здесь есть такие лежаки, то есть вы можете частично лежать в воде, спина будет в воде, а передняя часть тела будет под солнцем, можно загорать. А пляж, соответственно, 350 метров и 250 метров частный, который удостоен сертификата «Голубой флаг». Большое пространство для того, чтобы гулять между двумя вот так корпусами, которые у нас стоят, таким полумесяцем друг к другу, там находится сад, там можно погулять, много растений различных растет. И Этизан фитнес. Очень большой, огромный, 58 тысяч квадратных метров. Это фитнес-зал, в котором различные зоны присутствуют в зависимости от тех тренажеров, которые нужны, и силовые, и кардио, и различные другие. Все это
то есть все тренажеры марки TechnoGym, это очень высокого качества тренировочное оборудование, здесь есть площадка для сквоша, открытое футбольное поле FIFA, большое такого размера, которое нужно, 7 маленьких полей, площадка для занятий гимнастикой, аэробикой, боулинг, есть теннис, легкая атлетика, волейбол, баскетбол. Все это, соответственно, для клиентов в том числе доступно, если они желают позаниматься спортом. Падл теннис – это игра, которая набирает все больше и больше популярности. 3 крытых и 2 открытых профессиональных корта. Теннис большой, классический, олимпийский бассейн с дорожками, 8 дорожек длиной 50 метров. В дополнение к открытому бассейну, про поле мы с вами уже поговорили. Боулинг, 4 дорожки. Можно сделать, например, соревнования по боулингу, если гости едут с семьями. Также множество площадок для конференций, мероприятий. Очень их много у нас есть. Кейтеринг. Я говорила, что это действительно лучший кейтеринг в Абу-Даби. Более, коллеги, 150 шеф-поваров из 50 стран работают здесь. Здесь есть собственная кулинарная академия, собственная лаборатория инноваций. И этот кейтеринг обслуживает все дворцы в Абу-Даби, включая королевский. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены, что с точки зрения питания в отеле все на высочайшем уровне. Как я говорила, и Экспо обслуживал отель Эрф Абу-Даби, их кейтеринг. Там у них, собственно, генеральный менеджер. Там очень большая команда, которая как раз следит за качеством питания. Пожалуй, коллеги, мы с вами подходим к концу. Здесь мы как раз можем видеть основное такое здание, где у нас находится и фитнес-центр, огромный бассейн. Вот сзади мы с вами можем видеть мечеть Шейх Заеда. Кстати, если в тренажерном зале вы будете заниматься, там с одной стороны такое стеклянное, ну, такое стекло стоит панорамное, и, соответственно, можете заниматься и видеть это великолепие. Мечеть Шейха Заеда, до которой всего добираться 5 минут или 20 минут пешком. Сохраните, пожалуйста, этот тоже себе слайд. Здесь основная краткая структурная информация по отелю Эрф Абу-Даби. 15 минут езды от аэропорта. Новый абсолютно отель в замечательном состоянии. Сейчас действует специальное предложение до конца сентября, которое дает нам 15% скидку. И прекрасный пляж, которому дали голубой флаг, премию «Голубой флаг» и отдельный пляж для вил. Еще раз, коллеги, наши контакты нашего представительства, те отели, которые мы представляем, подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. Мы там выкладываем регулярно все спецпредложения по нашим курортам. Если у вас какие-то есть вопросы, я всегда рада на них ответить или здесь сейчас, или по WhatsApp, пишите. Благодарю вас за интерес и за время. Благодарю вас, Надежда. С большим удовольствием рассказала вам о новинке нашем партнере Эрф Абу-Даби. Лариса, большое спасибо вам за информацию, за вебинар. Коллеги, если есть вопросы, у вас сейчас есть возможность задать их в чат. А мы с вами будем переходить ко второй, такой более приятной, наверное, даже, да, части вебинара, к нашему квизу. Сейчас в чат я скину ссылочку. По ссылочке нужно будет перейти и ответить на вопросы. Кто первый правильно ответит на все вопросы? Вопросов немного, скажу сразу. Один только правильный ответ. Тот получит ценный приз от отеля Yours Abu Dhabi, от наших партнеров. Поэтому, коллеги, кто готов, давайте мне знать, пожалуйста, в чат, ставьте плюсики, и я отправлю ссылочку на прохождение теста. Коллеги, желаю всем удачи. Мы подготовили для вас приятный маленький сувенир. Желаю удачи. Что ж, коллеги, отправляю ссылочку. По завершению можете также писать... Так. Ссылочка... Не поняла, она ушла у меня или нет? У меня вышло много-много-много сообщений. Ушла, я вижу. Да, 12-4. Ага, все, вижу, у меня почему-то она не шла. Что ж, коллеги, всем удачи. Желаю. Кто закончил отвечать на вопросы, пожалуйста, можете также написать в чат, да, плюсик, чтобы мы понимали, ориентировались по времени. У нас 26 человек, чтобы вы понимали, да, кто участвует.
в нашем тесте, квизе, розыгрыше, назовем так. Всего 5 вопросов вас ждет. Коллеги, победителю я с удовольствием буду рада отправить на следующей неделе. Дорогие партнеры подскажут ваши контакты, мы с вами свяжемся, я в удобное для вас время отправлю для вас. Так, я вижу, у меня появилась таблица с первыми результатами. Я предлагаю еще минуточку подождать, да, чтобы у всех была возможность ответить. Вот, поэтому ждем, давайте минутку. Вижу, что уже первые результаты у меня появились. Что ж, коллеги, я рада объявить победителя, кто ответил на все 5 вопросов быстрее всех, а это всего 16 секунд. У нас победитель сегодня Земфира. Земфира, поздравляю вас с выигрышем замечательного сувенира от наших партнеров. Вас прошу написать на адрес агентского отдела agency@vantage.travel. Да, мы сообщите ваш адрес, и мы с радостью вышлем вам ваш приз. Поздравляю всех. Земфира, я вас тоже поздравляю. Спасибо большое, что послушали вебинар и ответили правильно на все вопросы. Что ж, коллеги, на этом с вами мы прощаемся, и я приглашаю вас на следующий вебинар компании Vantage & Travel, который состоится уже в эту пятницу. Анонс будет размещен в наших социальных сетях, а также в нашей рассылке. Буду рада вас всех видеть на вебинарах компании Vantage & Travel. Лариса, вам еще раз огромное спасибо. Я думаю, это не последняя наша встреча, мы еще обязательно с вами увидимся. Спасибо большое, Надежда. Коллеги, всем прекрасного дня. Желаю и хорошего настроения. Спасибо. До свидания.